Здесь прокомментируй, пожалуйста, эту фотографию. Это Печора Ледоход, Сергей Матвеев и Шахтаров я. Так, вы привлекались по реке, либо ручейку, это... либо по тропинкам памяти пойдем дальше. Так, здесь Владимир Шахтаров. А здесь у нас кто? Есть кто? Здесь мой класс. А вот какой год, Михаил Иванович? Вы пионеры. Наверное, пятый класс здесь, да. Либо шестой. Так, а. Дальше идем. Здесь закладочку мы сделали. Так, это ваши девчата здесь. Так, то есть у нас получается солянка и калейдоскоп, мозаика. Здесь на фоне детского сада Вера Аркадьевна и... Климова, по-моему. Да, так, здесь четвертый класс. Здесь кто есть кто, пожалуйста? Так, Нина Михайловна Лызлова. А, это у Володи, да? Да. Нина Михайловна Лызлова. Соломенцева вижу, Кузнецова вижу, Вовку Мигурского. Все в первом ряду ушли. Так. Здесь у нас лесные. Да, так. Здесь у нас получается, это, наверное, последний звонок у кого-то, да? Это у вас последний звонок? Да, дай-ка. Нет, это вот он я. Ну, вашего класса. Да. 10 класс. Последний звонок, наверное, на обрыве, да? Да. Так, здесь кто? Здесь тоже ваш класс. 8 класс. Так, вот сколько у тебя очень много интересных моментов. Так, это ты с братишкой. Так, это папа, мама. Так, дальше пошли семейные фотографии, да? Горычевы и Шахтаровы. Это кто молодой в военной форме? Это папа Шахтар, да. И мама. Так, здесь... По-моему, папа, да? Так, да. Теперь переходим дальше. Дальше, наверное, переходим сюда. Так, вот здесь оригинальная фотография с символикой СССР. Так, здесь кто на фотографии есть, кто? А это не мои, это у Веры Аркадьевны. У Веры Аркадьевны, наверное, в Троицке, да? Угу. В Горно. Барабан пионерский и все пионеры. Так, это у кого фотографии? Да, это все у нее. 50 лет СССР, это был 72-й год. Так, здесь пошли дальше это семейные фотографии. Ой. Так, прикроем. Прикроем. Поправляем. Так, здесь еще что у нас? Здесь... По молодости Мария Дмитриевна Попова Корочева и Корочев Михаил Андреевич, да? Да, да. Корочев Михаил Андреевич. Так, ну, по крайней мере, следующее. У тебя достаточно много фотографий, Вот еще интересная фотография. Остатки. Здесь не остатки, у тебя еще хватит здесь на 33 фильма. 33 фильма. А вот это художественная фотография, твой папа. Да. С кошкой, с киской. Сокол, так, Вероника. На данном этапе мы провели небольшой экскурс, пробежались по тропинкам памяти. Уважаемый, дорогой Евгений Вениаминович, вы для меня были определенным неформальным наставником и учителем по фотоделу. В то занятое время мои родители тоже занимались фотоделом. Но ваши фотографии были гораздо качественней и художественней. Благодарю вас за все. Да. Слава Богу. А это кто фотки все делал? Это я. А? Я. Ты увлекался в таком? Ну. Это его увлечение, да. У тебя были... Все у него вся было. Вся аппаратура и да, все. Да, да. А сейчас где она? А сейчас только пленки остались. Я вам предлагаю... Сканировать их. Да. Но это проблематично сейчас. Да. Да нет, у меня есть в Кирове Иринкин
не у сестры, а у нее муж в Теле 2 работает. Да, говорит, легко. А ты слайдами не делал? Слайдами делал тоже. А вот у меня сын слайды потом перевел в эту... В цифру. А в паутину. Ну, и можно их